сегодня день памяти великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его не стало 6 ноября по новому стилю 1893 года. 125-летию даты музей-заповедник посвятил сразу несколько мероприятий. Одно из них – открытая репетиция Большого симфонического оркестра в концертном зале музея. Провел ее руководитель коллектива, маэстро Владимир Федосеев. За взмахом дирижерской палочки наблюдала и наша съемочная группа. Не за кулисами, а на сцене. На сцене музея-заповедника. Генеральная репетиция Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Но для клинчан это, по сути, концертное выступление. Каждое движение музыкантов выверено. Ни одной неточной ноты. Это наш один из самых лучших композиторов, который оберегает и наше искусство, и преподает это искусство всему миру. Поэтому очень ответственно и в то же время и радостно вот играть этот концерт здесь у вас в Клину, где каждая точка этого города связана с Петром Ильичем Чайковским. Оркестр исполнил часть последнего концерта композитора. Именно он звучал в зале Дворянского собрания в Санкт-Петербурге осенью 1893 года. В тот день Чайковский дирижировал на премьере своей 6-й патетической симфонии, а через несколько дней великого композитора не стало. И всегда в день памяти звучат его произведения, и всегда собираются ценители его искусства в музее-усадьбе. Наш музей имеет долгие многие традиции, но самое главное из них – это то, что в доме все остается в неприкосновенности, так же, как было при жизни Петра Ильича, но два раза в год случается волшебство, и открывается крышка мемориального рояля, и к его клавиатуре прикасаются пальцы пианистов, выдающихся и молодых, подающих надежды юных музыкантов. А между тем репетиция Большого симфонического оркестра завершилась мастер-классами музыкантов. И уже сегодня они отыграли концерт в зале Московской консерватории. Николай Матюнин, Алексей Буланов, Анастасия Гарбузова. Новости дня.